партийной политики qui compte avant tout. Для французов важна партийная принадлежность кандидата, однако личные качества иногда выходят на первый план. Поэтому выборы президента во Франции – мероприятие особое. На предвыборную программу вообще не обращают внимания. Выборы можно выиграть на одной харизме. Французы всегда хотят выбрать того, кем они могли бы гордиться. Человека, за которого и перед остальными странами не стыдно будет. Поэтому выбор каждого очень субъективен. Результаты прошлого президентства, по большому счету, никого не интересуют. Так что выбирают сердцем. При Саркози Франция достаточно безболезненно прошла через кризис. Но в целом его результаты большим успехом не назовешь. Безработных стало на 1 миллион больше. Внешняя торговля пошла на спад. Дефицит бюджета увеличился на 600 миллиардов евро. Выберут Саркози или не выберут, Франция от этого не рухнет.